курорт Пималай на острове Коланта, провинция Краби, Таиланд. Сзади меня ресепшн, а это путь к пляжу. Ну, тут их несколько, это один из путей, мой любимый, мимо джунглей. Смотрите, какая красота, какая зелень, листья, птицы поют. Боже мой, сколько бабочек. Тут их очень много, но очень трудно их, конечно, на фотке или на камеру споймать. Смотрите, какая красота. Листья какие большие. Деревья, пальмы. Цветов тут очень много. И вот это, смотрите, необыкновенное такое дерево. Вообще очень классно. Пляж великолепный и персонал. Боже мой, какие они милашки, все такие старательные. Все там Сауадиха и Капункапи. Молодцы. Территория, конечно, территория шикарная. Это нижняя часть, еще есть верхняя часть, где там уже номера и виллы на холме, можно так сказать. Тоже очень красивая там территория, ухоженная. Это курорт Пималай.